Всем буэнос, друзья! Добро пожаловать на канал Гамикон. Сегодня у нас Пиксель Дэй, поэтому мы с вами играем в какую-нибудь пиксельную игру. И сегодня у нас будет Hunt Down. Давно я хотел в эту игру поиграть. Все никак у меня не было на это времени. Ну, теперь у меня оно есть. С появлением данной рубрики. Давайте посмотрим. Настолько ли она динамичная, как, допустим, так, буду я играть на харде, тот же Broforce. Я, естественно, немножко поиграл, но могу сказать, что Broforce гораздо динамичнее и поприкольнее. Ну, эта игра тоже имеет свои плюсы, классные тачки у них. Играем мы за дроида, ему 7 лет, он у нас с Луны. Смысл этой игры — это уничтожение, я так понимаю, каких-то группировок, которые держат определенный квартал. И все это заканчивается уничтожением босса. С ними сражаются полицейские тоже. Ну и мы, видимо, как самые крутые, какой-то у нас там отдел, не знаю. Кстати, посмотрите, слева есть стикер, он у каждого героя свой. То есть у девки там были покупки прописаны. А у него... Don't feel... People and leave the cats be. Не знаю, что это значит. Так, и первый у нас босс — это Sweet Angel, сладкий ангел. Давайте пойдем. Играю я с геймпадом. Играть на клавиатуре можно, но очень неудобно, сразу скажу. У андроида этого, у него пистолет, который стреляет по одной пуле, то есть зажимом не работает. Я попробовал еще поиграть за девку, у нее стреляет очередями пистолет по 3 патрона. Кстати, видим, да, полицейские, вот каких, на каких роботах сидят. Один из боссов у банды будет точно в таком же роботе. Странно, да? То есть, наверное, он захватил. Вот мы видим, что здесь полиция. Да, она кричит. То есть, тут все сделано так, что все интерактивно. Написано «Pigs go home», свиньи, возвращайтесь домой. Не знаю, к кому это обращение. Ну, погнали. Чтобы бесконечно стрелять, придется постоянно тыркать кнопку. По-другому никак. Можно находить вот такие вот коллекционки. Чекпоинты у нас вот с помощью таких автомобилей. То есть это отсюда мы, если нас убьют, нас отсюда будут выпинывать. Видимо, это медицинский корпус какой-то. Также можно прятаться, вот как видим, раз, 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 раз. И в нас не будут попадать. То есть все патроны летят по прямой. Можно менять оружие. Это дробовик. Это пистолет, который у нас был изначально дефолтный. У него бесконечные патроны, что круто. Да, здесь нас обучают
прятаться. Е-мое. Ой-ой-ой-ой-ой. Я поверил в себя. Так, я не попадаю. Не попадаю, видимо, из... Сейчас попробуем. Да. С узлишки я прекрасно попадаю. Всего дается 3 жизни. То есть 3 раза можно затупить. Антураж такой прикольный. То есть мы попадаем в мир то ли Робокопа, то ли Судьи Дредда. Наверное, Робокопа, раз тут все-таки идет бойня именно с какими-то непонятными панками. Задники сделаны на уровне, все там что-то движется. Ё-моё, что это было? Леки. У нас теперь крутая пушка. Враги будут меняться в зависимости от левла, то есть будут добавляться от левла, не от левла, а от уровня будут добавляться новые. Это очень хорошо. Но будут оставаться старые. Без этого никак. Ё-моё, сейчас меня чуть не завалили. Так, как нам попасть туда? Быстро у меня кончилась моя пушка. Классная. Отлично, я собрал все 3 чемоданчика. Сейчас, скорее всего, у нас будет босс. Да. Sweet Angel. Sufficient thrust, pigs fly just fine. У них всегда есть какие-то помощники, которые сидят. Вот так вот, отлично. Он тоже прячется. Главное не попасть под его удар. Давайте возьмем узишку. Побыстрее. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Догонит. Да. К сожалению, быстро заканчиваются патроны. Сюда так прячется. Хорошо, что появляются помощники, они нам хотя бы дают залечилки. Еще оружие какое-нибудь давали классное. А, вот как так. О, дали, смотрите, это... А хрен тебе. Ну вот и все. Ну да, первый уровень. Босс тут несложный. За 6 минут я прошел. Всех убил, все собрал. Вообще крутой. Идем дальше. Следующий наш качок. Так, гранаты. Сидит такой. Off you go. А я туда не могу запрыгнуть? Нет.
Прикольно, что вот так вот можно прыгнуть на машину, и она будет двигаться. Еще и сигналка, видите, заработает. Интересно. Очень интересно. Да, что-то меня тут подбомбили. Не вижу смысла играть в эту игру на легкой сложности, потому что на самом деле она не сложная. Бывают, да, моменты, где прям надо подпотеть. Этого мужичка надо поймать. Благо, не стреляет дробовик так далеко. Можно подойти близко и ударить их руками, чтобы сбить. Сволочь. Да, хотел я его убить, но не рассчитал свои силы. Что такое? Как мы видим, пули не всегда летят ровно. Видите, да? То есть к ним близко подходишь, и можно пнуть. И они сбиваются и не стреляют в тебя тогда. О, ножи. Ух ты, я его все-таки убил. Круто. Попрыгунчик ушел. Отлично. Но все равно, как мне кажется, динамики этой игры не хватает. Не знаю, медленная она что ли для такого экшена. Должно быть все быстро, быстро, быстро прям. Кинул ножи. Молоток. Да, отсюда. То есть надо зайти в бар обязательно. И не нравится мне, что если рядом есть, допустим, ящик, я нажимаю вниз, я к нему примагничиваюсь. Видите, да? Оп. Так, проблема с жизнями. Так пнул просто. Просто меня пнул, негодяй. Да, и самое интересное, если вас убивают, и вы до этого взяли, куда она стреляет, взяли чемоданчик, что не делать, то вам придется идти опять и забирать, да что такое, она в нем попадает в меня и все. Взорвется, нет? Хорошо получилось. Но блин, все мои жизни. О, отлично. Так, идем в пар. Ого. Он выбрасывает 3 ножа. Давайте, да, сюда. Не пойду я больше так к тебе. Хорошо.
Оружие ближнего боя, не знаю, молодец. Не особо оно нужно. О, гаси. Спряталась. Тут что они там вдвоем в толчке делали? Так, ну вот, видимо, босс. Bounty found. Он говорит, mine is bigger than yours. Так, мои больше, чем твои? Поправьте меня, вроде так переводится. Мои-то, наверное, это мышцы, конечно же. Давай, давай, так болтать. О, а чё? Чё встал-то? А, ну у меня было зажатое. Так. У него началась вторая фаза. Это, конечно, нечестно вообще. Он просто вернул все свои жизни. Так вот. Его эти гантели летают туды-сюды. Вот так вот. И они точно прилетят в вас. Это бесит. Видите как? Эй. Ага, хрен тебе. Так, вот пошла к нему помощники. Да, но она так летает, блин, вообще. О, отлично. Давай, спускай. Траектория ее полета, вот видите, вот она взлет и по-любому попадет в персонажа. Как это может быть? В сторону прыгаешь. Оп, оп. Вот, вот так вот бывает, да. А, у меня все кончилось. А, ну все, супер. Да, тоже несложный босс. Главное следить за его гантелями. И видите, я два раза умер, поэтому не набрал 3 звездочки. Ну ладно. Так, следующий у нас Bad Boy Bob. Боб плохой парень. На ринге, видимо, он какой-то боец, скорее всего, рестлер. Ну ничего, сейчас мы посмотрим, как это. Это собаки. Терпеть не могу в играх собаки. Собак просто кошмар. Так, у нас здесь появился коктейльщик. Заколебет. А это баба была, ничего себе. В доспехах каких-то. Так. А что у нас там? Ничего нет, да?
отсюда, может, какие-нибудь скрытки есть, нет? Скрытые места, что-нибудь такое. Здорово. Фига себе, Боров. Ой, ой. Да давай еще, блин. Сейчас не хватает еще сдохнуть. Кошмар. Нормально. Вот так. Супер. Нет, ну вот, блин, вот... Вот собаки, это всегда так. Ну, можно сказать, я вечно помираю из-за своей тупости и невнимательности. То есть, если вы будете внимательным игроком, то этого не произойдет. Ну давай. Как так-то? Хрен вам. Лежать. И ты лежать. Ты следующий? О, они еще и горят. Это прикольно. Хрен тебе, собачка. Прикольно, собака так смотрит на вас. И вот она с первого... Вот хорошо бы сделали, чтобы она с одного выстрела бы падала. А так это просто, ну, нечестно. Ну, не было выхода, потому что там горело все. А что такое? Он очень худо умирает, постоянно поджигает. Правильно, потому что она у него в руке. Так, не вижу. Думаю, что происходит. Ты еще и выжил, ничего себе. Это прикольно было. Угу. Куда ты побежал? Бам! Нет, 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 нет. Ну да, дробовик с близкого. Да что, а зачем я сажусь, ты дурак? Вообще, мозгов. Чекпоинт, кстати, нам все жизни наши восстанавливает, это прекрасно. Так, я, видимо, и не догоню этого. Этого чела. А как он здесь спрятался? Фига себе. Так, ну я думаю, надо сначала за ним пойти. Блин, ну вот эта сдолбанная собака, она меня бесит. Она по-любому у вас заберет жизнь, если вы сразу ее... А куда он прыгнул? А, так все. Блин. Ну так нечестно вообще.
То есть третью я не соберу. Это печально. Так, вон боксинг клаб. У меня ни хрена нет жизней. Это, конечно, классно. Так, сколько было? 54, нет, калашка останется. Я сейчас думаю, меня завалят с первого же выстрела. Но тут сейчас начнет кидать бочками. Нельзя стоять там в начале. То есть надо обязательно... А, жизни-то все вернулись, ничего себе. Обязательно сразу прыгать к нему на арену, иначе он вас просто закидает этими бочками. И вы ничего не сделаете. Эй, что ты задумал? Так, ну вот как всегда пошла помощь. Ну, а зато прекрасно они дают хилочки. Да, и вот пошли бочки. Новый удар у него. Вот. Ух ты. Ух ты. И вот видите, он начинает сразу бросаться бочками. Поэтому нельзя стоять за ареной. Лучше всегда быть внутри нее. Так, ну, осталось пару выстрелов. Я просто не ожидал, что он третий раз начнет делать этот кульбит. Отлично. Мы с вами прошли и второго, и третий. Третий. На смерть. Ну, и всего я собрал одну... Один чемоданчик нашел. Идем дальше. Да, вот сейчас вот этот босс. Сам он, в принципе, не очень сложный, но до него добежать долго. Кася вылезла сзади. Видели, да? Ой-ой-ой. Это ж был. Жизни нифига у меня нет. Это печально. Вон он ходит, босс. Ё-моё, откуда у вас столько? Откуда, ребята? Вы чё, совсем? Стреляй в стену, стреляй. Отлично, хилочки. О, боже мой. Так, ну, здесь у нас сразу видно, что надо выстрелить. Далековато, друг, было. А, у меня полная. Кажется, да, что вот в этих ящиках что-то есть. Что как будто бурлит. Но я проверял, ни хрена там нет. Обман. Вот эти ребята охреневшие вообще. Не стоило, наверное, убегать. Надо было стреливать.
Да как? Что за фигня? Начинается. Я уже ненавижу эту машину. Да блин. Так и знал, что какой-то подвох здесь будет. Да-да-да, прыгай, прыгай прям в момент. Да, надо вот присаживаться, когда стреляют, либо сверху одной пулей, либо когда из дробовика стреляют. А стреляют в тот момент, когда у вас стреляют сразу три пули летит. В этом весь прикол. Чекпоинт. Хрен. Хрен вам. Чё? Так, надо килку, наверное, взять. Ещё одна килка. Точно нужно. Так. Бах. Готовы. Угу. Нормально мы с ними разобрались, нормально вообще. Ты откуда взялся-то? Так, у нас еще есть две гранаты. Ну, я так подозреваю... Ух ты, а ты откуда взялся-то? Че, чел? Я так подозреваю, что там сейчас, наверное, будет босс, да? Или нет? Обычно за такими дверьми уже идет босс. А, нет. Собаки, да, собаки. Сволочи. Рен, там плавал. Все летит. Что такое непробиваемый? Чекпоинт. Супер. Айда. Пока. Еще кто? А так не спрыгнуть вниз. We need to speak to you. Блин, опять собаки. Ну да, их с дробовика с близкого... Чё, офигел? С близкого расстояния нормально валить вообще. О. Лично. Сундук мой, только он в огне. Как мне его взять? Пришлось жертвовать. И сейчас я самый интересный, если умру, мне придется заново его брать. Это честно? Это нечестно. О, еще один, нифига себе. А что? Все? Супер. Теперь надо дойти до чекпоинта, либо до босса, иначе придется все это делать заново. Это, конечно, удручает на самом... Ой, деле. Мне показалось, что я падаю в огонь. Так, ну, у нас босс. Босс у нас с огнеметом. Еще есть у нас калашик. Ой, чё?
Айда сюда. Ну, платформер есть платформер. Вот. Все одно и то же. Главное, чтобы у него не было каких-нибудь вторых фаз. Вот, вот так, как это вдруг? С чего? С чего бы это вдруг он решил так взять и сделать? Чё? Ты не тупой, что ли? Она полетела, этот пейн. Это плохо. Теперь вниз лучше не спускаться. Ладно, хоть когда он тебя прыгает, он тебя не убивает. Ох ты. Нифига себе. Типа у него зад подгорел. Понял, он все быстрее и быстрее начинает бегать. Как чайник. Здорово. Блин. Ну, сейчас проиграть это будет вообще самый атас. Нет. Офигеть. Это было очень близко. Ну и бегает он, видите, по одной траектории. Он ее не изменяет. Отлично. Готов, чувак. 4 смерти, ну блин. Нормально. 9 минут. Так, ну что, движемся дальше. И сейчас у нас будет Трой Лоумен. Трой... Мужик-закон? Или человек-закон? Вот, кстати, он будет в том же роботе, в котором и полиция. Странно, да? Интересно, это Ламба? Круто он, конечно, это все сделал. Эй, ты че? Ты откуда? С дубиной сбитой такой. Да, блин, столько на них патронов. Как? Капец, у меня остался всего один. Кошмар. Ё-моё, еще один. Да умришь ты, боже. Ой-ой-ой. Что-то там страшно как-то. Жизненок нет. Пушка у него какая-то. Не скажу я, что... О, жизни. Успею дойти, не успею. Это что такое? О, огнеметик. Ну все, пацаны. Вам хана. Айда. Посмотрим, у кого огонь лучше. Классно. Посмотрели. Признаю, все, ладно, окей. Ты че? Бесконечно будешь бросать их, дай пройти-то.
докидался. Да, мне срочно нужны хилки. Не хочу я опять проходить все это заново. А, чекпоинт. Так, стоп. Там еще был куда-то проход. Или все, или там не было прохода. А, не было. Угу. И внизу прохода нет. Все, окей, окей. Понял, идем. Ё-моё. Это чё, как так-то? Чего он их не сбивает? Кошмар. Сколько в него надо стрелять? Ужас. Охота мне идти вниз. Я уверен, что там, скорее всего, как оно, блин, кейс этот. О нет, опять они. Кстати, тут смотрите, с первого раза. Че себе? Нормально. Будет сигналка. О. Вон я вижу кейс. Какой он? На, просто битый мне по харе. Отдай, есть. Хоть один возьму. Бабы с оружием это очень опасно. Да-да-да, там как раз кейс. О, он взялся. Да? Да, отлично. Жалко, что всего две пухи можно брать. Да блин, как он заколебал. Умри. Блин, столько пушек. Нет, я ставлю, пожалуй, гранатомет. Кажется, они специально меня, чтобы я не брал гранатомет. Но я просто знаю, что сейчас босс будет робот. Гранатами, наверное, поприкольнее будет его гасить. Да, вот он, видите? С такой улыбкой. И бухает. Трой Лоумен. Давай, давай. Погнали. Да, ему надо разбивать защиту. Ой, нифига себе, он кидает этими. И ракетница, да. Давай, вылази. Бухнул такой. С беретой как будто бы. Бахает. Ой, а, чё это? Чё так, чё произошло?
Видишь, ты взял новую броню, друг. О, нифига у него. Какие раки. Это есть! Так. Отлично. Ну давай, 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 давай. Три раза он стреляет. Бах. Супер, и меня. О, вы чё, совсем что ли? Нет, хорош. Ё-моё. Чё творится? Чё творится? Одна жизнь. Быстрей. Давай, давай, давай. Отлично, отлично. С первого же трая. Супер. Да, все-таки где-то я не нашел один. Один кейс. Ну, думаю, на этом все, друзья. Если хотите продолжение, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте, естественно, лайки. Переходите в нашу группу по Steam Deck. Видео по Steam Deck будет, да, на этой неделе. Так и не скажу, понедельник, пятница, как всегда. Поэтому встретимся в следующих видео, друзья. Всем пока.